Тоже Я в баню махнутый. хочу, блядь. Бля, приезжай, у меня жена уехала, вообще кайфую по поводу. Я в Америке, брат. Приезжай, блядь. Вылетаю, блядь. У нас нет бани, кстати, сука, только сауны. Что, никому не надо? Под наружку там смотреть? Можешь сделать, будешь водить за плату. 60 ДКшки, простые, и чё? Все одеты, что все модные. Блин, конец, что у вас там новых? Или ничего у вас нет вообще? У меня вообще синька, по-моему, 200. Массы шли. Да не, мне не надо, не буду фроста делать без доп. Ты кто, не сейчас? Честь. Да, да. Потом, когда Т4 будет уже. Солодка не возвращается, да, у нас? Ну, блядь. Такой же 219-й, нахуй. Веномчик, ну давай, грипп сюда его. Большого заливаем сначала. Масенький, заберите, плиз. Могу зайти за шамана, пока ДКшника нет. ДК зайдет, сменит меня, если надо будет. Все равно твинг. Кто говорит? Кто это говорит? Шаман сейчас. Ну ник, блядь, как скажи просто. Лек. А, это этот? Флай. Флай, это ты что ли? Да. Что ты на ретрике не пришел? Или тебя забрали во второй? Меня во второй забрали. Там он ретрик был, ебан ходит. Топовый ретрик забрали, блядь. Дракона заливаем. Ну, если надо, могу на шамане. Сейчас трэш почистим, там посмотрим. Хорошо. Из грозы туда выйти. Гроза не наша. Кто говорил, что отойдет хант? Да, ронит. Ну, солодка, похоже, блядь, смертный приговор подписал, ну. Давай, Веномчик. А если у него свет ебнуло? Не, он сказал то, что ему отойти нужно. А тот свет ушел? Нахуй ушел. Ебать, два колечка неплохих упало. А, нет, одно. Где? Надо кому-то? Да. По-любому надо. И газа выйдете. Этот ретрик тоже. Ладно, давайте. Можно отвернуть, плиз? Где-то идут. Забаньте. Там зарутьте, что-нибудь такое. Ну все, погнали нахуй. Что у вас происходит, ебать?
Старпозы залишь или большого моба надо залить. Полеточник, который надулся. Мы падаем, да, блин? Вижу. Так, бан, не бан, урон-то не проходит такой по ним 100%. По мелким. Леточника залейте. Вова, дай ему ДК. Это на сколько ДК? Рок. Я так понимаю, там уже ДК все, минус. Да, походу. Просто ушел? Кама его уволил. Того, что 3 минуты, но я его уже уволил. Че он сказал 3 минуты? Ну он мне сказал 3 минуты еще перед Плум Хадира, точнее написал, дай мне 4 минуты, типа. А сколько прошло? Мы, блядь, убили Хадира, убили Торима, блядь, и уже на Фрейд Рэш дочистили почти. Гильдия кикнул его? Нет. Я еще и с рейда его не кикнул. Очень Кама такой добрый. Я пришел. Я добрый, да. Тебе пишут, блядь, под всех подстроиться надо, блядь. Мы не подстраиваемся по людей. Они должны подстраиваться под если хотят закрывать нормальный контент. Заходи, этот. До свидания. Давай. Плюс аналоги. Сейчас дискорда кипну. Справа, справа, сначала еще мелкий трэш он ходит. ДК кинешь в обмен за кольцом? А, на кого? Не сейчас, который. Нет, на кого обмен не кинуть? На Няша? Шоу заливаем, а Кову сразу дайте ДК по нему. Ну, добьем. Поехали, дракона первым. А нужно сумму? Или вы еще чистите? Сейчас сумманем. Все чистим. Няш, что там ищешь, Няш? Клад? Знаешь, как, блять, нахуй? Обтыкаться надо, чтобы, блять, всех залутать. Так, ладно, да. Не лагает, кстати, сейчас. Фул ребаф, суммоним лека, потом фул ребаф. Геномчик танчишь пре, муренок на трэш. Излучай, вот выходимся. Но у нас есть ДК, в принципе. Синдор. Мы могут такого покидать. Ты можешь с Хантом пообмениваться, да, под оковами. Я трапу поставлю. Трапу поставь, окова кидайте по нему, ДК там все. Блять, это, блять, Фрейя хрем хуйня, блять. На перефазе все вот здесь вот у воды. Бегаем, Фрейя, говорю, перебежали, на другой берег перебежали. На костах. Да. Роделька, ты на водяном. Не сейчас, ты на грозовом. Косты сбиваете.
МК. О, ребаб, дайте. Сейчас там. Деревья сразу свечимся, все по сторонам смотрим, на месте стоим, в лучах урон не лутаем. С дебафом грозового тоже выходим из рейда. Паладины сразу фридом по корням даем. Паладинов, конечно. На мелких, как крадарика. Крадарика на мелких намашу, этот замедляющий. Это. Да, гнидыч, гос, дамайс, джоки, у вас инфернал же есть? Yes. Все на первых тогда скините. На первых Демайс и Джоки скинут по инферналу. На вторых yes. Лойс и Гнидыч. Когда сведем их все под босса. Mm-hmm. Все там тоже хан трапу. Войд на первом, да, Шима? Я на вторых дам. Mm-hmm. Mm-hmm. А можно кулачок по Шиману? О, забыли выпить на 100, ебать. Пиши себе в ПМ, блядь, как мне, блядь. На удивление, блядь. Если я написал. Чё, все, здесь, поехали. Древний, дайте мне силы. А чё, Олег, из КД получается, или он лутанул КД? С КД, он. Ну, лутанул, получается. Ну, четвёртый рейд сказал, пойдём. По ДД хватоплёты сомнём. Аковы дайте, по хватоплёту вышли в случае. Дерево. Хуй ещё не видно. Дерево, свечнулись, дерево. Все быстро, дерево. Загри, пожалуйста, хватоплёту там. По грозовому больше урон. Зоор да добьем. Все, добиваемся. Yes. Дерево. Дерево. Все, сейчас дерево заливаем сначала, все и подпрейдем. Даю. Давай, инферналов, давай. Жоки давай тоже. Рядом с ними не стоишь, когда у них лох хп. Массатор, да? Добиваем, добиваем, добиваем. ФСБР нету. Му. Дерево зафрейм. Дерево свечу. Фейс слышал? Че, мне самого себя бернуть? А, это, блядь, ты что ли, ёбаный урод, я думал, тебе как? Моей прислужнице нужна помощь. Лаклол Берни, Фейса. Почему? Блокло. Еще не готово. Сейчас. Спасибо, можно не верить. Ужал. Пул ребаф, дайте, дерево растет. Вот это все дерево. Большое добиваем, в лучах не стоим. Блять. Иди. Растрос. Быстрее. Сука. Помогите мне! Дети мои! СБРник, ребяточку сейчас. Угу, стоп-каст. Да. Чё, ну, блядь, с кикаем, ребят.
3 ДК, блин. Бук шамана. Дерево так, растет, дерево. Дерево, все дерево. Если там даже кого назначил, кто может кикнуть, ну блядь. Понятно же, кто разового больше урона. Одновременно убить их надо всех. Можно, можно же догадаться, что, блядь, надо кикнуть. Еще самого этого страшного не было. Что? Давай, Белл. Белл, Белл, Белл. Дерево. Дерево растет далеко. Пошли БР, не фейса. Нет, еще маленькие будут. Еще маленькие будут. А что, зачем БЛ? Вот. А второе большое всегда дает БЛ. Дать бомжей на маленьких или нет? Давай тоже бомжей, да. У нас еще будут эти вышные. Дерево. В воде. А его убить надо РДД. Дерево, валяй, захилит. Типы ебаные. Все, пизда, появился. Дерево добейте слышу. Ебануться, блядь. Если мы, блядь, сейчас убьем, блядь. Хуй, мы убьем. Дерево около босса. Падайте, падайте, мозги не ебите, падайте быстрее, убьем за ним. Сопхил. О, в лучи зайдите, да и все. Ко мне подойдите, он ничего. Я сейчас бы на Фрея вайпаться, ребят, да. Чё раз, краделька. Водяной. Не сейчас грозовой, если что, страхуйте там тоже, смотрите. Кто не задействован, сбить и костов. Что страшного, мы пока бьем, там он кастует раза два-три каждый моб. Три и то, это максимум. Там сколько КД это в этих инферналов? Не откатится? Еще 4 минуты. Нет. Ну так тогда будем, блин. Ничего страшного нет в этом. Серёг, поставь маму-то обратно. Вот точно так же делай. У нас Локи что, по дереву вообще не играют? Особенно, когда большое выходит дерево. Там милики не могут дерево бить, там из-под грибов должны РДД кастовать. По дереву, если я говорю свечимся, значит все свечимся. А не так, что а вон там 5 человек побежало, я буду дальше, блядь, бить моба.
вначале можно было починиться. Поехали. Мели сбежались. Дерево, да, дерево, да, да, дерево. Ключи вышли. Мелики, отходим сейчас от мелких. Добиваем, добиваем. Схончик, что сейчас случилось, блин. Он нас вырвнул. Смысл, души вроде есть? Они есть, они же. Оуши нету, БР. Не. Где? Дерево все. Я дерево очень долго падает, это лон. Ни один медик, ни один ДК не существует. Стоп, каст. Бать, каст, ты вообще мы не кикаем никому, на. Вы точно в ульт-2 пришли? Роду перепутали что-то. Дерево. Топкаст. Да все, падаем, блядь. Блядь, касты сбить не может, чем, да? Несей первый, вас второй на грозовом. Веном и Кротелька на водяном. То есть на втором. Все, проебались, это ваш. Беги, минус кроу, нахуй. Беги. Кротелька, ты вообще не кикаешь? Чё, два шамана еще есть. Сколько там магов? Родичи. Еще и локи, и афлики. Сейчас бы афликом грозовому косты кикать. Mm-hmm. Ну, кто там может? А. Типа, например, Сатва кикал. Не в этом, там, блядь, по одному человеку хватает. Почему? Давай я посижу на одном мобе. Кто там ДК не может. Да там не то, что не может, там просто не кикали и все. Гаделька, мобы выходят, кому говорю, сбить касту, сразу на этого моба садитесь, просто дамажите его. Увидели, блядь, полоску каста, сбили, кикнули, на. Все, блядь. Ничего сложного не вверху, если вы кикнуть не можете, ну. На грозовом кто там сидел из ДК? Не сейчас. Этот... вас давай тогда тоже. На водяном. Где рыба? На водяном. Или пусть тоже на водяном. Краделька, вас на водяном, остальные на грозовом. Ладно, что уже мог сбивать? Краделька, где твои дники вообще? Много кто может сбивать, слушай. Просто когда он кастует, бывает, я бегу к дереву. Бить дерево. Если сидите на кастах, не свечитесь дерево. Да, ок, хорошо. Давайте, арчи. МК? Сейчас. Подожди.
Арастрос, поехали. Вот он, дайте я тебя кол. Где? Дерево растет вообще. Быстрее залить его. Стоп. Стоп, каст. По грозовому больше урона. Напуливайте, напуливайте еще на танк. Почему? По КД на пул. Грозовому больше, алло. Плёта добили быстрее. Ебать, быстрее хватоплёта убить. Не слово, блядь. Смотрите все таргеты, свечите. Видите то, что, блядь, сбежали с мили? Где? Да, мы понимаем. Стоп, каст. Дерево сзади. Там очень ставлю. Милики, аккуратно, РДД все вышли. Милики, отходим от них вообще, отходим, блядь. Набили мобан, сын. Во, это дай ауру. Чернова откатились, нет? Где? Я-то... Остальные два только. Дерево на том, на той стороне. Быстрей. Сапоги, спринт и все. Обратно. Если тот не понимает, надо бить под грибами. Он не может экстануть. Надеюсь, таких нет. Сильвер, мало ли, ёпта. Выше, звучи быстрее. Блин, спалили меня. Дерево. Дерево растет. РДД, все, дерево. Нормально. Сукас. Все, стопнули. Из лучей вышли быстрее. Помогите мне, дети мои! Что самое делаем? Лучи. Сейчас пиздец что-то. Лучи вышли. Дерево на берегу, да? Дерево раз. Каст. Похил. Добиваем, все, добиваем, добиваем, добиваем. Там заливайте, похуй. Эти корни можно тоже добить, блин. Нахуй не мешает. Yeah. Дерево рядом с прайя растем. Моей прислужнице нужна помощь. Давай, справа. Выше и быстро. Где? Где? Где?
дать. Если будет слушаться. Чем мелкие, по идее, будет. Ну да, враг последний же. Да. Как? Последний мелкий. Два галимы. Мили все сбежались. С инфернала катились, давайте. Новый дал. Корни дайте, дайте фридом, без амаса. Близ. Вышли милики, отошли от них. Дерево растет в реке. Дерево в реке. Залить быстрее. Что? Пробьем. Каст. Стоп, каст. Вдоль реки встали, готовимся. Там Бед ДК убежал кто-то. Бед ДК убежал. Там вдоль реки встали. На берег, сюда, к нам. Что ты там бегаешь? Все. Потом перебегать будем обратно. Стоим пока, стоим. Дерево. Да. Дерево свечнулись. Обратно быстро. Сейчас перебежали. Стоп-каст. Сейчас обратно будем перебегать. И так туда-сюда. Перебежали на другую сторону. Все. Так, в линию продолжаем. Перебежали. Вот чище скоро будет. Дерево. Дерево на реке. Перебежали. Перебегать будем, лучше не забегать. Все нормально, перебежали. Стоп-каст. Перебежали. Лучше пройти. К сундуку не идите только. Все. Ну, кинжал, ебань, ну, оттуда надо. Эмирона, идем быстрее. Пиздец, блядь, няша. Ты 8 штаны на какого паладина идут? На ретрика, да? Если голову сторону... Кровоображение. Да. Не умирал у нас. Короче, отдельный, блин. Ретрик, короче. Не помню, сколько у меня там кусков. Вроде голова офсет. 4 куска. Да, 4. Рыбу ешьте ко мне. На офф еще кому-то надо?
Если бы не заставили хилить, я бы ретриком. А, окей. Ну, просто мейн ретрик. Ну, как бы, любым сфехом играть не против. Лишь бы брали. Там даже есть. Эх, блядь. Просто топовый дайвер, блядь. Просто я того все ебал. Как оделся, Синдора бы обогнал, блядь. Пес. А, нет, что тебя ждем. ХМ. Сумку потом после босса кто-нибудь заберет. Нет, вы не готовы, блин. Так. Предлагаю побить рекорд прошлой недели 4-го рейда. Сколько раз он у вас реснулся? 3, по-моему. 3 раза. Давайте 5 поставим. Юбилейный. Нет, ты про чё? А, Джорса. Настоя выпили. На той неделе у четвертого статика минералов. Ты после себя забрал? Да, у меня 219. Okay. По кругам ставим. Вот... Танк один или два? Уже похуй, два был. На всякий случай два. На второй, на третьей фазе. День, блядь, странный, нахуй. На минах не взрываемся, там, блять, дайте ренджу. Как вы знаете, будем дебаф ловить вместе сейчас. Сам отойди. Или тебя нашли? Ну, блядь, не... Ладно. Да просто я от стенки хуй достаю рейд. Ладно, смотрим. В центре у меня свободно. Марёнок, походу, вырядил. Вот, я ещё не зря, блядь, ладно. На два танка оправдала себе. Так, выросились, блядь. Бури, походу, блядь, нормальные, но. Тональные бури. Похилили. Да. Ну, у кого какие милики отошли все. У меня, да. У тебя анальные? После вчера особенно. А чё всё? О, блядь. Узнает, узнает. Я сегодня на Алкалоне, я тоже думаю, анальные были. Сосредоточились, милики все за спиной стоим. Да, милики всегда за спиной, РДД хилы вот по маленькому кругу. Рассредоточились. С красных лучей выходим. Не морозимся. На себя частицу ебашь. Нежить, ничего. Ой. Блядь, сидит. Я про раз бонусы вообще не думал. Хилим, прохилим. Беги, малышка! Мараж за спину все. Рассредоточились, конечно.
Мать, что пивать еще. Все, РДДхи вы в череп стали. Мелики слева, левее, бомботов собирайте, ТК там, там танк, иномчик. Мелики в квадратик. Ну куда ты, стой там. Угу. Такого бомботу сразу ДК. Кого не видели? Танк в агре? Да, танк голову в агре пока, да. Масхончик хильте пока. Может частицу на него повесить балла. Все, и веномчики. Голову милики тоже. Раздалили. Все, на первой фазе по кругу встаем. Первый будет обстрел. Надо будет за спину сбежаться. Только бомба аккуратно. Три части одновременно убить надо. Центру больше урон дать. Беги, малышка, беги! Бараш, заспнуться. Да, по минам, ебать. Всем по. Я бы так же сделал. Блять, Синдор, как обычно. Разошлись, разошлись. Лучей красных вышли, шоковые милики отбежали все. В голове там надо сыграть. Там все одинаково падает. Угу. Центр. Че, три не выпадет ли? Что-то ты? Хасан, давай. Ага, 10 раз. А, забирай. Забираю. Боешка. Взял ему пезу, страж чистим. Сейчас страж почистим, перекурим перед Везексом. Пуст, прикинь, временный, блядь, дискорд. Валюшись в галерее, это... А вы что, не читали об этом? Ну, я не думал, что... Ну, я знал, что временно, но не думал, что три дня всего. Лол. А что, потом откатывает, типа? В смысле, три дня? Ну, всего три дня, типа. Как три дня остается, надо один буст закинуть, чтобы еще три дня продлился. Каждые три дня надо по одному бусту кидать. Охереть. Погнали, где там, здесь? Муренок может детекс. Блять, а муренок у нас еще и не ожил, блядь. Не сейчас, у тебя сколько кусков? Он написал, что не вы на это ухнули. Третий будет. Можно четвертый, если штаны не одевать новые. Отверни от рейдера, ебаный. Отверни от рейдера. Флай, это у тебя энх или Алин? Это СПТ энх. Топовый энх, короче. Ага, пугали особенно.
Мало кто знает, что надо в СПДНК играть здесь. Не всегда. О, АПНК тут на этом патчете я имею в виду. ЦНК с ПДН хуже помойка становится. Но я про этот патч имел в виду. Не, ну сейчас можно играть, да? Можно. В Т4, короче, на X2 СПДН пиздатый был. Там его понерфили. Нет. Там суть нерфа не в Энхе была, а в одноручке с Мороза. Да, что ее можно было брать в левую руку. Ну да, там понятно. Но все равно. Типа у меня на. Он там пиздец хуярил, жестко. Ну вот у меня 232 Энх, 233, он там 12 тысяч дает. Соло таргет 10. А это нахера. Временно заливаем. Ну сейчас сколько? 9к, да должен выжимать Энх нормально в бисе. В бисе, СПДшки, мне кажется, больше выжмет. Больше. Не знаю, бисов пока еще не видел Энх. Да я в принципе знаю, здесь двух Энхов на сервере. Ветринг заливаем, череп сам. Ну типа пока только Юку видел и все. А, пуфик на X. Ну стоит всякий к ММО, блядь. Да. А этот, ТПС Сигнис остался, нет? Кому-нибудь есть? Блядь, у меня нету. Что-то с урон сегодня какой-то слабый был, мне кажется. Слабоват. У вас и гем есть? Так у вас 5 локов и одного демона? Нет. Лось не хочет на демоне играть. У нас еще Муренок, походу, отвалился. Может, не писал, что он находится. Вот я говорил. Там в рейде моб. Паладин это не лен. Отдельная раса. Ошибка природы. То про товары, ошибка природы, то паладин. Ты опять через мосовер хилишь? Всегда хилил. Типа с какого? С 18 года. А ты как мышкой нажимаешь? Ну конечно, блядь. Мышкой раньше нажимал, что-то заебался. А, ну понял. Ну а визуально хуй отличишь. И, ну то же самое, те же самые действия, только просто мышкой тыкать и все. Что на клаву, что на мышку. Нет. У тебя есть миллисекунды, когда ты теряешь тебе, когда у тебя по хпс видно, что ты не дожимаешь из-за этого. Хуй знает, на фрее он перехилил этого поле. Да. Фрей, блядь. Я сравнил, когда я фрей туда сходил с вами. Просто скажу, что это чепуха полная через маус оверхилл. У нас был такой на X2 паладин тоже через маус оверхилл, блядь. Вроде, блядь, игрок толковый, блядь, хпс на 3к меньше, чем у других, блядь, хилов. Чисто из-за этого, блядь. Потому что выбирал в таргет, а потом нажимал кнопку, это полный бред вообще. Так, блядь, ты понимаешь, я таргет не выбираю, понимаешь? Я понимаю, но, блин, ну, через просто мышкой хилить намного эффективнее. Ты понимаешь? Смотри, ты нажимаешь свет небесный, и тебе в этот момент надо что-нибудь другое нажать, сакру какой-нибудь там, или бабл нажать, и ты бац, нахуй, тебе надо переключаться, блядь, через пальцы. Теряешь секунды, тебе быстрее нажать, чтобы руки свободные были, типа в нужный момент ты сам сможешь нажать, там сакру, баба. Ты быстрее. Имеешь в виду мышкой быстрее нажать через какой-нибудь Ctrl-Shift? Ну это понятно, что у тебя забинжено все должно прокапливать, про основные скиллы, типа массакрат, там бабл. Так они вон, они стоят на букву внизу. Да я понимаю, но ты смотри, ты будешь Holy Light кастовать, цифру 1 нажимать, и тебе надо нажать резко мастера или что. Ну так и что я нажимаю, ну вот смотри. Сейчас смотри. Так, это давайте в другой канал. Может, по контролю. Смотрите. Давайте, периферия, квадрат, крестик, няшер, креветочка, ромбик и треугольник. Трапу могу. Да, давай. Че там еще раз периферия? Бля, я уже забыл. Бьют я меня еще. Я думал, перерыв наш. С перфулом был перерыв. Бля, у меня, короче, метки все слетают в пизду. Сам поставил. Ой, диван. Еще справа трэш спустя. Диван дать. У нас маяк тени что стоит, нет?
галочка. Два бака сойдут. Диван дали, диван? Только не вставать. Ебать. Нашли на кого диван давать? Там не важно. У нас здесь же есть. У меня, блядь, хуй пойми, куда вытаскивать его теперь. Не вставайте. Кого вытаскивать? Масрез. Я думаю, не будет реза. У тебя вон у кузни есть масрез, свободное место. Да я знаю. Давай пироманта зальем сразу. Вставайте. Любовь, дали? Ебо, сколько времени экономит у меня, я ебу. Кам, поставь и забери ассист. А, там тоже они уже спадают, ебать. Ой. Ну или вот так можно. Освободи его, ебать. Ну так же нажимаем. Алема забанить, но Алема метку ставить не буду. Скажи, сколько кто на ком. Череп убиваем. Я звездочку шипал. Краделик. Ой, блядь. Креветочка, кругляшок. Квадратик. Что у нас там есть? Yeah. Квадратик, не шарты. Этому ромбику корни дайте. Лема в бан, бьем череп. Бан дает войс, давай. Больше никто не дает. Можешь сам дать, да, окей. Но не обязательно. Кому бан, Няш? Да, Элема, как всегда. Ты будешь тут никого не забанишь? Давай подрать. Ой, блядь, кругляшок, давай сюда. Потом звездочка. С таких не забываем. Звездочку. Квадратик решу. Квадратик убийцу. Квадратик потом. Ну, я бана топ не выпускай. Ладно, бегаю. Метки я забыл, блядь. Я квадратик. Напиши их, кто кого контролил. Я квадрат. Нашел квадратик. Я звездочку. Романта нет, что? Крадарик, ромб. Сапу. Креветочка, кругляшок. Ты не сапнешь? Блять. Контроль дали. А, все нормально. Ты не сапнешь его, кругляшок за контролем, а ты, крадельку, просто сапни. Этого приверженца, который спиной стоит, череп ем. Я печеньку этот захекса. Давай квадратик сюда. Кругляшок сейчас обьете. Уешьте.
Не забудьте обновить, если... Чё, не дохуя там. Заливаем круг еще быстрее. Бан. Два ромбик сюда. Я зашипну. Ромбик бьем. Не откинул. Сало, блядь. Можешь разбанить, да? Можно полно убивать, кстати. Безликого поди, нет? Нет, сейчас здесь трэш убил. Кстати, убивали там в мейне. Типа одну сторону убили и все. Ну, их убили, а потом я улетел к этим обамам, и все. Если ты отнимешь вот этого стража, то метки сейчас я знаю, да? Крестик? Да, крестик грипнуть надо.